дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Legends of Grimrock, или Legend, я не помню, во множественном числе. Я не играл в нее 4 дня, я опять нифига не помню управление. Давайте по-быстренькому вспомним. Так, это у нас удары, у мага у нас... Кстати говоря, мне сказали, что у него есть какое-то подобие освещения. Вот эти два верхних, может... Нет... Сейчас попробуем. Ну ладно, видимо нет. Короче говоря, я нифига не помню управление, а дальше сказали, будет только хуже. Поэтому давайте поспим, что ли, чуть-чуть. Хорошее начало будет серии. А потом уже, кстати говоря, надо проверить. Мне сказали, на кнопку R можно поспать. Да, кнопка R — это спать у нас. Бомбы сказали экономить, потому что будут очень сильные боссы дальше. Вообще сказали, что если вначале с нами еще как-то цацкаются, то дальше будет только-только сильно хуже. Так, и мы спускаемся на третий этаж. Там у нас уже вон где-то вот там, если позиционирование звука меня не обманывает. Кстати, дайте-ка я включу 7.1. Так, вот так получше. Ну да, точно где-то вот тут находится. Какой-то незнакомый звук. Видимо, там монстр, с которым мы еще не сталкивались. Так, хорошо. Вроде пока никого не видать. Давайте тогда осмотримся. Пока что вроде спокойно. Так, тут у нас по стенам ничего. Если вы слышите непонятное щелканье, это моя дебильная кошка опять точит когти об ковер. Хотя, сколько раз ей уже говорили этого не делать. Но, видимо, она человеческого языка не понимает. Еще она любит точить когти. Вот. Так, подожди-ка. Об обои. Поэтому у меня обои все дома убиты натурально. Моей кошкой. Так. Одинокий подсвечник стоит в ночи. Но я так понимаю, что вот сюда нам нужно вставить либо вот сюда, либо вот сюда факел. Видимо, и сюда тоже. Нет. И сюда. Отлично. Так. Все, хорошо. Подожди, она закрылась? Блин, я не хочу оставлять. Ну-ка, возможно, только сюда нужно. А эти тогда я смогу забрать? Нет. То есть мы сейчас остаемся без факела, да? А если сюда? Тоже нет. Печально. У нас факелов вообще больше нет. Один есть. Уже догораешь. Ну ладно, там еще подберем какой-нибудь. Пойдемте дальше. Ой, тихо. Дорогой. Мне, кстати, попросили меня... тогда быстрее. Давай. Пошел. Короче говоря, пока что мы уберем один. И давайте-ка посмотрим. Меня попросили у Ван Дамма выучить, ну, чтобы он, короче, сумел носить посох, который у него есть. Для этого нам требуется спеллкрафтинг 1. Якобы с ним вся магия становится сильнее. Так, ну-ка, подожди. Я не могу уже надеть. Может, она у меня выучена уже? Так, секунду. Я маленько отвык от управления, поэтому я туплю. Простите меня за это. Ага, то есть оно уже тут, да? Хорошо. Это нам явно пригодится. Мне сказали, что, допустим, вот магия ледяная, она будет бить... Ой, ой, подожди, подожди. Как я отучился уже? Вы видите, да? Вы видите? Это отлично, по-моему. Магия сразу бьет по площади. Так, теперь маленько поспим. Пусть Ван Дамушка отдохнет, раз уж он такой. Мне, кстати, сказали, когда я... Ой, еще один сон. Я не слышу тебя, но я знаю, что ты меня можешь слышать. Я пытался поговорить с другими людьми, которые были здесь до тебя.
Они были преступниками, но я чувствую, что тебе я могу доверять. Понятно. Что-то мне кажется, что в итоге мы таких проблем себе найдем с этим собеседником. Что-то он какой-то мутный парень. Хотя, возможно, эта прекрасная девушка ждет нашу четверку героев с белокурыми локонами. Что-то меня понесло. Так, у кого тут... Короче говоря... Найти! Так, Сталлоне получил новый уровень. Сталлоне, так, что тебе нужно изучить? Ты у нас... тебе миссайл попросили выучить, потому что скоро дадут лук. У нас 8 очков навыка, но пока что пусть будут. Пока что я особых сложностей не испытываю. Это как начнутся проблемы, там уже будет видно, куда это все покачивать. Так, я точно ничего тут не пропустил? Вроде нет. Ледяная бомба. Ну пусть будет у Сталлоне, он нас любит пошвырять всякое. И я думаю, вот это прекрасный момент поспать, потому что у нас Сигал опять огребся. И сохраниться. Сегодня я играю днем, сегодня у меня полно времени. Это меня радует. Я загрузился, что ли? Да вы издеваетесь, ну-ка так, прекратим. Так, ладно, продолжаем это дело. Я, кажется, загрузиться нажал. Блин, да чего же я все-таки криворукий? А меня вот интересует, если бы у меня был один факел, как бы я с этим справлялся? Просто интересует. Так, для общего развития. Ой, так, подожди. Сейчас мне по-новому придется убить этих двух птичек. Птички, вы где вообще? Не хотите, как хотите. Наше дело предложить. Так, вот одна из них. Так, она летит, нет? А, по-моему, меня особо не видит. Блин, как в темноте плохо. Ой, 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 ой. Это было довольно-таки противно. Ну. Блин, да что ж такое? Ты посмотри, а в темноте как страшно, да? Давай, иди сюда. Хорош. Так, ладно, с тобой хорошо. Сейчас Сталлоне по новый уровень наберет. Но как бы там ни было. Давайте пока поспим. Я надеюсь, она как раз придет, пока мы спать будем. Мы сейчас по новому увидим, это сон, нет? Да, это сон. Бла-бла-бла. Это мы все слышали, это мы все знаем. Так. Давайте приходить маленько в себя. Мне посоветовали знающие игроки прокачивать одно, максимум две ветки у мага. Но это как бы логично, потому что все-таки лучше сфокусироваться. Я думаю, ой, блин, я не хотел это делать. Ну ладно. Как видите, у меня сегодня пальцы не слушаются. Так, Сталлоне, может, все-таки у тебя что прокачать? 8 очков это прекрасно, по-моему. Давайте в ворот один прокачаем. Хотя ему это не особо нужно, потому что огребаются вот эти вот. Ну ладно, одно очко будет не лишним. Так, еще чуть-чуть отдыхаем. Теперь уже надо сохраниться, не загрузиться. Артур, не надо больше грузиться. Сейв. Так, перезаписать. Отлично. И двигаться дальше. Тут мы еще не были. Как же мне сделать цвет? Я, честно говоря, не знаю, с помощью какой дьявольской магии мы это можем сделать. Видимо, потом как-нибудь это будет ясно. Так, тебе качнуть, может быть, огонь, да лед. Все равно я им только буду пользоваться. Что там стреляет такое, а? Подожди. Ой, ой, я что-то криворучил. Вообще надо эти бомбочки убрать, потому что я их опять сейчас на ровном месте использую.
Поэтому давайте пока лежат, пусть у нас вот в этом уголке, как и все метательное, пригодится. Так, а что с этим кубком? Видимо, ничего. Сказали выкидывать ненужные вещи, потому что, как я и предполагал, здесь торговцев никаких не будет. Ну и откуда им тут вообще взяться-то? Это же все-таки подземелье для смертников. Не какой-то там, я не знаю, Тристан. Так, Вандамчик отдохнул. Молодца. Сохраняемся. Почаще сохраняемся. На третьем этаже пока что довольно-таки просто. Это пока что, то есть я не думаю, что эта игра будет простой. Я думаю, в этой игре будет много боли. Так, там кто-то идет. А у меня даже нет фонарика. Вниз постараемся не падать, хотя меня просили постоянно падать вниз, потому что там ништяки всякие лежат. Но не знаю, честно говоря, не очень-то охота. Кто это? Ты кто? Ты со стрелами? Ты муть какая? Но. Ну, да что ж ты тупой-то такой? И нежданчик тебе. Так, ладно. Хорошо. В темноте, я думаю, шариться по этим стенкам будет довольно-таки занимательно, потому что нифига не видно. Нам нужно, похоже, какие-то рычаги найти, чтобы опустить вот эти две пластины. То есть не опустить, наоборот, поднять. И таким образом мы доберемся до выхода. Так, хорошо. На стенах нет ничего. Ага, на стенах что-то есть. Так, подожди. Это что такое? Нет, это просто блеск. Не понял, надпись какая-то. Просвечивает, типа. Я не понял, вообще тут что-то лежит, кроме, собственно, вот этих вот шурикенов. Или как? Ага. Отлично. Так, и через две клетки перекину, нет? Давайте лучше камешком попробуем. Не хотелось бы шурикен тереть. Угу, отлично. Так, что еще у нас тут есть хорошего? Вроде как больше-то и ничего особо, да? Ой, надо бы сохраниться. Давно не сохранялись уже. Довольно-таки. Вообще нам, похоже, вот сюда нужно идти. А тут у нас просто как секретик. Не знаю, береженного Бог бережет. Секрет, отлично. Тут у нас стрелы. Стрелы у нас тебе, Рога. У нас уже сколько? 3 стрелы. И лук, отлично. Все, живем. Но эти стрелы мы пока будем экономить, я так понимаю. Ну-ка. Так, сейчас мы, пожалуй, сохранимся, во-первых, а потом попробуем стрельнуть из лука, чтобы потом не учиться, когда, если вдруг что-то произойдет. Ага. Понятно. Так, стреломания лежит тут.
Ага, их подбирать можно, значит, можно не грузиться даже. Ладно, так, пока что мы возьмем обратно свое копье. А лук пускай у нас будет у второй руки. Так, а если я просто без экипировки стрел? Ну-ка. Нет патронов, понятно. Ну, не патронов, стрел, то есть, вы поняли. Это радует. Так, теперь нам нужно прокачать миссайл. Так. Вот так вот до пятерочки где-то. Стрел бы побольше, конечно. Интересно, а у врагов попадаешь стрелы после этого исчезают? Нет? Так, сюда нам нужен ключ. То есть, по идее, должны бы исчезать, но мало ли, возможно, мы их... Сейчас мы попробуем, в общем. Если они не исчезают, то почему бы и нет? Давайте сразу пользоваться луком. Ну да. Так, нет, стрелы застревают. Ладно. Все, меня зажали, да? Один персонаж у нас практически выпал из игры. Ой, ёлы-палы, да сколько же вас тут? Блин, тот уже успел уйти. Забирают. Блин. Давай, давай, братья. Блин, надо было этому поставить что-нибудь. Блин, там еще один пришел. Мне хана. Мне хана. Ну да. Хорошее место. Так. Ладно, сволочи. Это было не очень хорошо. Так, короче говоря, со стрелами. Подожди, а... все понял. Легионерское копье. Так, мы будем делать следующим образом. Мы кинем... пускай ножик пока. Это было не очень хорошо. Я не могу сюда, что ли, кинуть? Так, давайте выходите, ребят. Я могу, интересно, через... решетку вас долбить. Нет, я только себя раскоцал. Понятно. Что же мне тогда делать? Ну, я так понимаю, я отсюда выйти-то уже особо... вы бы ворота закрыли, уважаемые. Блин, у меня проблема опять. Блин, зачем я это делаю? Зачем? Это было тупо. Так, я что-то туплю. У меня просто паника. Закрой ты, мать твою, закрой. Это была просто паника, паническое просто состояние какое-то. Так, я надеюсь, они не придут сюда, пока я отдыхаю. Я вообще очень много глупостей совершил со второй попытки, но я пробовал, просто пробовал, как там что получится. Оказалось, все пойдет, если даже я буду пытаться не совсем так, как я хочу. Но тем не менее, два в минусе уже попроще будет жить. Так, давайте сохранимся. Лишним тут явно это не будет. Так, вон идет один. Да? Идешь?
Так. Хорошо. Отлично. Так, второй идет, нет? Пока что справляемся. Это меня радует. Потом надо будет весь лут свой подобрать оттуда. Ну, давай. Иди ко мне. Я вся чешуся. Давай, давай. Так, поверни направо. Хотя зачем мне это? Я тебя просто так убью. Один на один тоже справимся с тобой. Я хотел его сбросить туда. Да блин. Да блин. Так, хорош. Да хватит коцать меня. Так, у Уиллиса новый уровень. Уиллису надо сразу качать, потому что у Уиллиса проблемы. Так, ну вроде все померли. Сохраняемся. Потом поднимем уровень, отдохнем, еще раз сохранимся. Но пока что мне так будет увереннее. Так, ты у нас... тебе нужно броню бы прокачать. Тебя что-то больно бьют. И нужно прокачать мечи. Еще бы тебе прокачать, конечно. Нет, мы будем качать мечи, броню. Атлетика нам что дает? Силу плюс один. На пятом уровне даст выживаемость плюс два. Так. Хорош. Так, ладно. Давай вот так вот пусть будет. Хорошо. Так, никто жрать не хочет там? Ну, жрать-то вы постоянно хотите, но пока что все критично. То есть не критично, наоборот. Ладно, маленько отдыхаем в темном коридорчике, пахнущем сыростью и гнилью. Давай, Ван Дам, к тебе все ждут. Устанавливай свои. Надо сказать, это было непросто. Во второй раз, в принципе, мне повезло то, что я допетрил их вытягивать в коридор. Потому что без этого это все было бы довольно печально. Так, ну что, ты окончательно закрылась за мной? На то. Может мне все-таки там спрыгнуть вниз? Там же у нас где секретка была. И тут может спрыгнуть. Так, осмотрим стены. И я думаю, мы тут все-таки что-то хорошее возьмем. Не может же быть так, чтобы мы просто ходили сюда огребаться, как говорится. Не может быть такого. Так, возьми. Тут у нас что-то лежит, блестит. И тут у нас нежить. Это не ловушка ли? У меня после Скайрима не любовь ко всяким притворюшкам. Так, вот и ключик. Уиллис у нас за складом. Сюрикен. Это у нас тебе. Больше на стенах вроде ничего нет. Рычаг, который, видимо, откроет дверь обратно. Но сначала мы сохранимся, пожалуй, потому что он сейчас откроет дверь, и окажется, что там еще пятеро таких. Слушай. Жратва. Жратва — это хорошо. Так, из этого мы наготовим. Кто у нас там занимается-то этим? Кто у нас алхимик? Ты у нас алхимик? Я уж и забыл. Где же тогда? Надо кому-нибудь аптечек выдать, чтобы он снабжал всех. Да ладно. Спрыгнуть туда нет? Даже не знаю.
Говорили, что на третьем этаже будет плохо. Но пока что я не могу сказать, что прям слишком уж плохо. Но определенные проблемы возникают. Так, секунду. Так, на чем мы остановились-то? А, ну, мы остановились на том, что мы ходим по этим коридорам, как ни странно. Так, это у нас что-то... Так, держи. Хотя нет, не ты держи. Зачем я все время тебе отдаю? Пусть у него будет. А вообще пусть он возьмет... Так, вот ты отдай ему сумку. Вот это отдай. Пусть это все у него хранится в сумке, чтобы путаницы не было. Вот это, конечно, можно изготовить уже. Но пока что мы ими и так не пользуемся. Вот так, я думаю, нормально будет. Кстати говоря, говорят, что вот эти вот свитки можно просто в руку помещать. Ну, которые с магией, то есть вот такие. И он будет их гораздо быстрее использовать. Но мне как-то и так нормально. Не знаю. Так, за то время, пока я тут отходил, я уже успел забыть, что где находится. Давайте-ка мы сохранимся, да спрыгнем туда вниз, возможно, там лежит какой-нибудь, я не знаю, Мегаролюс 9000. Естественно. Конечно, фонарь буквально не самым лучшим решением было бы. Так, и где я оказался? Почему я выкинул самую нужную вещь в темноте? Кто-нибудь мне вообще может объяснить, каким макаром я выстраиваю логические цепочки? У нас один махал. Махалку вырвали, он перестал. Так, давай. Тихо. Я слышу лучника где-то за стеной. Давайте возьмем мясо, кстати говоря. Говорят, что скоро будет острая нехватка мяса. Поэтому давайте брать все, что может нам пригодиться. Так, сохранимся. Но сохранимся на другой какой-нибудь слот. Да, как видите, здесь можно набирать всякого интересного. Зачем я выкинул свой факел? Ага, портал. Так, что еще тут может быть? Вот это вот интересно, для чего-нибудь нужно? Нет, у меня их уже две штуки, да? Так, кто у нас их носит? У кого черепа? Черепа у мага, по-моему. Они, по-моему, бесполезны. Ну, пусть будут, если что, выкинем. Выкинуть-то несложно. Верно. Так, ладно. Пора выходить отсюда. И в итоге я оказался... Так, в итоге оказался не очень-то и далеко. Так, сейчас мы идем за своим фонарем. Фонарем. Что ж я несу-то? Ну бери ты его. Ну бери. И, собственно, идем вставлять ключик. А то, что за дверью, там мы уже узнаем в следующей серии, я думаю. Посмотрим. Так, Брюска, давай вставляй ключ. Хорошо. В принципе, я думаю, прогресса такого хватит на эту серию. Мы в этой серии довольно-таки неплохо огребались, но в результате мы живы, а они мертвы. Так что, какая разница, верно? Увидимся в следующей серии. Пока что это все, по-моему, прекрасно. Не начинает надоедать ни капли, потому что постоянно что-то новое. Хотя, казалось бы, что может быть нового в этих коридорах? Тем не менее, увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.